Ну вот, уважаемые товарищи телезрители, привезли мне сегодня из Ленинграда вот такую печку дровяную и вот такой шикарный казан. Вот, вот такой казанчик. И мы решили сегодня забабахать с бронной курочек кошерно. А, с картошечки. Сделать такое жаркое из курицы. Вот все. Делать надо так. Сначала картошка. В масло выливать. В казан. Сначала картошка. Потом кура. Потом лук. И в обратном порядке, как вот тфилин наматываешь, в обратном порядке все это выгружаешь. Так. Вот да, и поварешку привезли тоже. Весь комплект. Так. Я подбавил дровишек. Сначала картофан. О! Сейчас товарищ оператор чуть не залил. Или залил? Залил. Залил. Вот. И сверху выкладываю курочку. О, курочка хороша. Я честно вам признаюсь, товарищи телезрители, я как Сталик Хантишиев. Вот сейчас выключится камера, придет оператор с поварешкой, и он у меня гораздо лучше все это делает. Я это так понтоваться взял для видеовлога. Вот. В общем, так это получается. Накрываем крышкой. И еще минут 15 томиться под крышкой, самое главное. Вот крышки пока. И я теперь спортивный чувак. Хожу в спортклуб. Могу одной рукой поднимать. Сейчас покажу. О, так.